В ГИБДД Ленинского района прошла конференция, посвященная правилам перевозки организованных групп детей. Говорили о безопасности. Стражи порядка, представители администрации муниципалитета и управления образования напомнили сотрудникам образовательных учреждений и компаний-перевозчика о том, как следует осуществлять перевозку школьников и ребят, не достигших возраста 7 лет, и каким образом необходимо согласовывать свои действия с ГИБДД. Мероприятие началось с разбора наиболее резонансных ДТП с участием рейсового транспорта и автобусов, перевозящих детей за последние несколько лет. Затем перешли к обсуждению более конкретных вопросов и алгоритму действий при перевозках. Своевременно уведомлять ГИБДД вот, не менее чем за двое суток об организованной перевозке детей до дня поездки. Если машин три и более, то есть должна вами осуществляться заявка на сопровождение. На сопровождение экипажем дорожно-патрульной службы. Такая заявка подается не менее чем за 10 дней до выезда. ГИБДД, с территории которого начинается перевозка детей. То есть, если вы везете с вокзала с Москвы, вы уведомляете Москву. Если детишки едут от нас, то уведомляете нас именно либо с Домодедовского района, значит, вы уведомляете Домодедовский район. Сотрудники ГИБДД призвали обращаться к проверенным крупным перевозчикам, которые следят за состоянием своего автопарка, здоровьем и квалификацией водителей. Зачастую такие происшествия при разборе уже выясняется несоответствие техническим регламентам самого транспортного средства. Водители не соответствуют требованиям. Вот. Поэтому и было предостережение, чтобы люди заранее обращались именно в те компании, которые, ну, скажем так, проверены. Собравшимся рассказали, что детей до 7 лет необходимо перевозить только в детских удерживающих устройствах. А вот ребят постарше можно просто пристегивать ремнями безопасности. Количество сопровождающих должно быть не меньше, чем количество выходов в автобусе. В то же время действует правило: на 10 детей приходится один взрослый. В прошлом году было осуществлено 1380 перевозок несовершеннолетних. И с каждым годом это количество растет. Прежде всего, перевозчикам нужно давать под перевозку детей лучшие автобусы, подбирать лучших водителей. Это прежде всего дети у нас самое дорогое, что есть на свете. Мы ради них живем, и поэтому их нужно перевозить безопасно. Стражи правопорядка призвали сообщать в ГИБДД обо всех случаях нарушения водителями техники безопасности и правил перевозки. Только так, по их мнению, можно бороться за качество предоставления услуг перевозчиками.